рассказываю. Значит, там они поселились, я не знаю, чем занимался дед, но уже было пятеро детей. И вот жили там они где-то, ничего не могу сказать, там даже в рассказе не написано. Но дед там умер, вот это муж бабушки Клавы, да? И бабушка там осталась с пятью детьми, без работы, без всего. В Питер просто так приехать было нельзя тогда, только по приглашению. И вот это Александр Фелиевич и Елизавета Феликсовна, то есть братья Владимир Фелик, прислали бабушке вызов. И благодаря им она, значит, приехала в Петербург. Сначала ее устроили они работать. Сначала они ее устроили. Тетя Маня старшая, она была сестрой-хозяйкой в институте ГУФТ, такой был государственный институт повышения квалификации медицинских работников. А, окей, так он сейчас есть. Есть, да, да. Вот она там была сестрой-хозяйкой. Бабушку она устроила в общежитие. Вот приезжали там эти со всей, наверное, России повариха. Вот. Ну и бабушка, значит, там какое-то время работала. И потом она все-таки, вот этого момента я не знаю, она устроилась на текстильную фабрику. Она же вот в молодости ранее работала на текстильной фабрике. Я не знаю, как она переехала, почему. Может, Наташка знает. Наташка тоже много чего знает. Надо будет у нее уточнить. Вот. И она поступила на Октябрьскую фабрику ткацкую. И от нее получила квартиру. Не квартиру, а жилплощадь. Две комнаты в коммунальной квартире. И туда, значит, вот это... Ну, к тому времени уже дети все выросли, да? Александр Феликсович... А какому это времени было? Это был где-то 24-й год, по-моему. 24-й? То есть бабушке было 9 лет? Нет, побольше, позже, значит. В 24-м они только из Крыма вернулись. Да, наверное, да. Попозже. Бабушка была уже такая девушка. Ну, да. Сколько, 15-14? Ну, наверное, вот так что-то. 29-30 год. Да. Да. В 31-м году бабушка получила эти наши две комнаты на листе. В 31-м, да? То есть да, это я помню, да. 16 лет бабушки. Да, 31. Вот бабушка поступила на Октябрьскую фабрику. Ты только не смейся сейчас. Бабушка же была без всякого образования, у нее был один класс, по-моему, приходской школы. И ее выбрали председателем фабкома. За фабза учишься? Фабкома. Профсоюзного. Ага. Представляешь? На фабрике. Она была очень активная. Я не могу, как вспоминаю это. Ну вот, неграмотная бабушка была председателем фабкома. Ну, наверное, как председатель фабкома получила две комнаты. Да. Ну, во-первых, у нее были еще тогда разнополые дети. Кто-то еще не женился. Это был какой-то 20... Вот какой мы сказали? 31-й. Да, наверное, что 21-22. Вот. Александр уже, по-моему, был в Москве. Ну, он старший. Он старший. Евгений. Разброс-то 13 лет где-то. 12. Да. Поскольку Ира мне ровесница, так что, наверное, еще они там все. Евгений, наверное. Евгений был. Сережа не жил. Сережа, по-моему, тоже в Москве был. Ага. Точно не знаю. Так. Он женился. Он даже два раза умудрился. Он был этот... журналист. Вот. Не знаю, где он жил. Okay. В общем, остались они тут Люся, Ольга и Евгений. Uh-huh. А эти два куда-то... Ну, дядя Шур-то в Москву на Мосфильм уехал. Я не знаю, работал он на Ленфильме или нет. Он тоже образования не имел. Он не кончил института, ничего. А дядя Сережа чего-то писал. Uh-huh.
где-то там тоже как-то вот это. Но это надо еще у Наташки, может, она побольше знает. А я, может быть, уже и забыла чего-то. Ну, а вот эти, значит, остались с бабушкой. Поскольку вот был, по-моему, наверное, еще брат, им дали две комнаты еще, потому что она была это Побзауча. Не Побзауча, Попкомом. Ну вот, две комнаты мы, значит, и заимели. Потом, значит, тетя Муся вышла замуж, ушла. Дядя Женя тоже ушел, женился на тете Наде. Вот. А куда...